Этот мужик устроил дикий дэнс не зря. Он так же, как и вы, рад новому выпуску с фейлами на стриме. А с вами Бабл, погнали! Этот стример был уверен в своей победе. До финиша оставались считанные секунды. Let's go, let's go, let's go. It's a DJ support. Правда, рано радовался. DJ support! Bro, no, 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 no! Девчонки, они в любой ситуации остаются с собой. А что самое важное для любой девушки? Верно, классно выглядеть на фото. В этом случае на видео, да еще и в прямом эфире. Не растерялась, не расстроилась, все супер. Такие игры требуют концентрации и порой от напряжения пукан разрывает не только стримерам, но и, к примеру, вот. Это в форме кейс. А вообще непонятно, по какой причине это произошло. Друзья, будьте внимательны. С уверенностью можно сказать, что это не просто друзья, а лучшие друзья. Да, только лучший друг может так над тобой поугарать. А чувак с новыми бровями выдвинул просто топ сравнения себя с птичками Angry Birds. I look like an Angry Bird! Get the hell out of my room! Те, кто пользуются такими наушниками, знают этот чудесный эффект мятых волос на середине головы. А еще круче смотрится, если ты слегка лысоват. My head has a dent! Oh, no! А вообще, ребята, иногда давайте отвлекаться от компа. Можете досмотреть мое видео до конца, поставить ему лайк и затем пойти подышать свежим, свежевыжатым воздухом. You don't. Okay, well, oh my god. Поспешишь, тиммейтов насмешишь. That's a grenade! Ну, с кем не бывает. Главное, чтобы он и в жизни не путал вещи так же, как и газ, к примеру, с тормозом. Ярик! Этот мужик стримит то, как он бросает баскетбольный мяч в корзину. И все бы ничего, если бы он делал это, знаете, ну хорошо. И еще один бросок. Ну, возможно, просто не его день, конечно. Милая стримерша из Кореи. Чем она может нас порадовать? Ваше предложение. Может быть, танец? Нет, вовсе не танец. Нечто более неожиданное. See? It works! Что? Я не понял. Не, ну а что, вы правда думали, что эта тема с зефирками, бабочками и единорогами существует? Девушкам тоже иногда нужно расслабиться. Раз уж мы показали стримершу-кореянку, то ловите и двух парней тоже из Кореи. Эти парни искренне обрадовались донату в $10. Пендаро! О май гад! Thank you for... Wow! Thank you! Реакция у парнишки на заднем плане просто топовая. Пожелаем им успеха. Стример выдает дикую реакцию с испугом. Мне его крик напоминает что-то мультяшное. Везучесть, левел 88. Что может пойти не так, помимо засады в конце тоннеля? То, что водитель вылетел из автобуса, это полбеды. Ваше предложение, что дальше? О, это прекрасное чувство, когда пьешь воду и она попадает в нос. Этот стример поможет вам вновь прочувствовать это райское наслаждение. Я
Поздравляю всех, кто смотрит это видео в наушниках. Есть вероятность, что вы могли наложить кирпичей. По реакции стримеров понятно сразу, что эта уловка работает. Они все пугаются, потому что этот стример смотрит реакцию другого стримера на то, как другой стример смотрит... Короче, вы поняли. Друзья, психи на стриме – это вообще отдельный вид искусства. Минус вебка. А вообще, может, просто у чувака был сложный день. Давайте посмотрим другие трансляции. Ох уж этот мизинец. Любит он комоды, деревянные косяки и все, что попадется ему на пути. Одним словом, жиза. Пожелаем мизинцу стримерши скорейшего выздоровления. Что может быть веселее скидывания полицейского с высокого здания? Не понял. В игре, само собой. О, все понял, понял. Веселее только ржомба того, кто это сделал. Ну и напоследок, милоты вам в уши. Все, что нужно, это просто слушать и наслаждаться. На этом все, баблики, ваши лайки и комментарии мотивируют. Это была ваша любимая рубрика фейлов на стриме. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А с вами был Бабл, до скорого.